Так. Вот это вот все я сделала сама. Своими золотыми ручками. Вот эту перламутровую мозаику. Вот этот кафель. Вот эту сиреневую красочку, вот эту розеточку я запланировала сама для фена. Вот этот кафель я приклеила сама своими ручками. Наклей для плит Витонит. Витонит – моя любимая компания, бренд по строительным материалам. Очень качественный, что я знала, что она точно приклеится и все сделается так, как мне надо. Вот эту шторку сиреневую я закупила сама, а вот эту мозаику мне помогла подобрать девочка. Она блестящая, она перламутровая и отливает немножко сиреневым с зеленым, и вот как раз подходит под камешки. Вот эта сиреневая ванна, посмотрите, посмотрите, какая красота. Три режима улейки. И вот этот смеситель. Смеситель с моими инициалами. НС. Все. Какая я умница, какая молодец. Так, себестоимость этой ванны. Вот этот кафель. Вот фартук, фартук я его называю, фартук, он же не до конца, доверху, стоил мне 4500. Потом еще я взяла 6 или сколько, 8 плит половых, я начала там резать, она у меня не получилась, да и фиг с ним, и одну наклеила еще туда и все. Так, вот на это где-то 2500 с мозаикой. Вместе краску я брала просто акриловую моющую. Все акриловое у меня. Акриловую моющую и взяла, она стоила примерно, я не знаю, 800, может 1200. И взяла тонер сиреневый, сделала, просто заколировала краску белую и получился у меня сиреневый, нежно-сиреневый цвет. И все началось вот с этой шторки прекрасной, когда я определилась с цветом. Так. Тонер стоил 37 рублей. Подсчитывайте, да, финансы. Акриловое покрытие 8 тысяч. Акриловое покрытие. Вот здесь вот видите, вот пока я это все делала еще, вот здесь вот, ну вот это мелочи уже там 50 рублей, это я уже покрашу. Ой, так, и смеситель 6100. Итого получается ванна, вот кафель, пол и стены у меня тогда, на тот момент, я считала, обошлось 12 тысяч. 12 тысяч плюс 8 получается 20. 20 плюс 6 тысяч смеситель 26. И за установку этого смесителя 27 500. Тысяча, наверное, шторка. 28 тысяч. Ванна. Пожалуйста. Пожалуйста. Кто говорит, что ремонт ванны дорого? Все очень просто, если захотеть. Так, здесь мне нужно еще полочку под фен. В общем, все. Ребята, у меня вот такая красота королевская. А какой смеситель. Посмотрите, на нем цветочки сиреневые. Все, всех обнимаю. Пока-пока.